Строительство второго учебного корпуса новой школы на Пятой Просеке идет полным ходом. На сегодняшний день уже сделано 85% работ. В кабинетах на втором и третьем этажах уже собирают мебель. Работы ведут сейчас в блоках А и В. Это спортзал, столовая, актовый зал. Работы находятся в большой стадии готовности, поэтому срок срыва ввода мы не видим. Данная школа оснащается по последним нормам, то есть здесь и кабинеты труда уже с швейным оборудованием. Для мальчиков это станки с пылеотсосами, современные компьютерные классы, современная библиотека. Ну и опять же повторюсь, плюс здесь предусмотрен детский сад на 75 мест. Первый корпус открыл свои двери в сентябре этого года. Современная инфраструктура школы включает 4 библиотеки, 2 спортивных и 1 тренажерный залы, актовый зал и столовую на 330 мест, спортивные уличные площадки, 3 футбольных поля, баскетбольную и волейбольную площадки. А у нас корпус рассчитан по проекту на 600 мест, а сейчас обучается 1085 детей. Чтобы перейти благополучно в одну смену, то, соответственно, необходимо, конечно, разгрузить этот корпус. Второй комплекс на 850 мест с детским садом будет открыт в 2022 году. Тем не менее, завершить работы на объекте планируется к концу текущего года. Школа строится в рамках нацпроекта «Образование». Первый комплекс, уже работающий, уже обжитой ребятами, он показывает, какая вообще школа должна быть. Современная, светлая, красивая, технологически выстроенная, отвечающая всем сегодняшним требованиям. Там, где действительно во всех смыслах и интересно, и приятно, и глаз радуется. Мне кажется, что школа на Пятой Просеке сегодня, пожалуй, одна из самых продвинутых и самых лучших в Самаре. Ну, а второй пусковой комплекс будет ей подстать. В Октябрьском районе планируется строительство еще как минимум 3 школ до 2024 года. Одна из них расположится на улице Николая Панова, другая – на площадке ЗИМ. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.